Здравствуйте, уважаемые товарищи зрители. Сегодня на нашем стадионе состоится игра чемпионата Нижегородской области по футболу. Команда «Медведь Дюш» Олимпийц М принимает команду «Металлург» из города Выкс. Прослушайте составы играющих команд. Команда гостей играет футболки красные, гетры черные. Стамин Кирилл, номер 16, Санников Андрей, номер 21, Савельев Сергей, номер 20, Жигал Станислав, номер 18, Женелидзе Валера, номер 4, Старсин Артем, номер 17, Осипов Васил, номер 8, Чешвили Роман, номер 19, Кузянин Артем, номер 1, Мурыгин Никита. Начальник команды Фураев Александр Петрович. Главный тренер Платонович Александр Владимирович. Матч обслуживает судейская бригада в составе. Судья в поле. Следов Игорь. Первая категория. Город Омск. Ему помогают. Первый помощник. Егоров Егор. Первая категория. Город Нижний Новгород. Второй помощник. Будышев Сергей. Первая категория. Город Нижний Новгород. Инспектор встречи Беднов Павел Алексеевич, город Дежинск. Yeah.
Мальчик! Тело! Я на нога! Эй, прыгай!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Let's go, let's go, let's go!